Мы пришли сейчас в библиотеку. Это наша районная библиотека на первом этаже. Вот где мы сейчас идем. Это в основном все детские книги. Добрый день. И посмотрите, здесь огромный выбор. И хочу вам показать детскую комнату. Можно прийти с маленькими детьми. С маленькими детьми прийти. Вот здесь детская комната. И вот здесь всякие есть игрушки, не только книги, но и игрушки. Можно взять игрушки домой поиграть. Берешь, арендуешь игрушки, играешь дома. Книги очень интересные. Всякие разные для самых маленьких книги. Такие развивающие, такие очень интересные книжки. Игровые там, яркие. Просто супер. Я бы сама бы здесь играла, честно. Звуковые. Вообще класс. Просто здорово. Дети самого маленького возраста еще и букв не знают, но уже приучаются к тому, что библиотека – это супер место, где можно вот так вот прийти, поиграть, взять игрушки домой, потом принести. В библиотеке можно брать в библиотеке книги, а также можно заказывать книги через сайт. И посмотрите, вот кто-то уже заказал себе книги, и вот в таких пакетиках они уже приготовлены. Книги обычно дают на 2 недели, но их можно продлить через сайт еще на 2 недели. Вот. Если ты не продлил, то будет штраф. Если вовремя не продлил, там не очень большая сумма, но штраф будет. Мы никогда не... У нас не было просрочки, я точно не знаю, сколько нужно денег платить. Также здесь можно взять не только книги и игры, можно взять видеокассеты. Я, конечно же, не брала, потому что у нас нету видеомагнитофона. Также можно взять всякие, посмотрите, обучающие диски. Вот на любой вкус, на любую тему, развивающие. Огромный выбор просто. Еще хотела вам показать, как можно взять книги. Чтобы взять книги, не нужно обязательно ждать работника, администратора. Здесь есть такие платформы, куда ты подходишь. Вот сейчас я вам покажу. Вот платформа. И вот сюда ты кладешь книги, и платформа считывает, сколько книг ты взял и каких. А сюда ты прикладываешь карточку. И здесь уже автоматически все выходит, сколько книг, и выходит такой чек. И то есть ты не пользуешься вообще услугами администратора. Услуги администратора нужны только для того, чтобы вернуть книги. А чтобы взять, не обязательно. Библиотека у нас несколько этажей. Но, честно говоря, наверху я еще ни разу не была. Там взрослая литература. Взрослая литература. Мы пользуемся пока детской. Мне и самой хватает пока детской. Потому что уровень у меня, конечно, не носителя языка. И я читаю вместе со своими детьми детские книги. Вот. И вот еще мне вот этот отдел тоже нравится. Здесь вот так вот все расставлено по алфавиту. И что мне еще здесь нравится, что рекомендуемая литература для первого класса, для второго, для третьего. Вот это мне вообще помогало поначалу искать книги. Вот, то есть дети приходят сюда не только почитать, но и поиграть, отдохнуть. Воду можно здесь бесплатно попить, туалет тоже есть. Можно вот так вот присесть на диванчик, полистать книгу, которая тебя заинтересовала. Некоторые книги означены вот таким знаком «Злата Хрушка».
Это знак высочайшего качества. То есть эта книга награждена какими-то высочайшими наградами, и она очень интересная, значит. Вот, рекомендована к прочтению. Ну вот, вроде бы все вам так вот вкратце показала. Я пришла сдать книги перед отпуском. Сейчас я брать ничего не буду. Вот. Очень здесь здорово. Посмотрите, картины такие всякие разные. Вообще, я просто обожаю библиотеки. А еще есть вот такие вот. А, ну это тоже вот платформа, про которую я вам раньше показывала. Видите, здесь можно выбрать славянский язык, можно выбрать английский язык. Если вы еще славянского не знаете, можете воспользоваться английским. Ну, я уже знаю славянский, могу выбрать славянский. Ну, сейчас у меня карточки нету в руках. Хотя могу посмотреть, если она у меня близкая, то могу вам показать. Вот она. Эта карточка, кстати, как и проездной в автобусе. И по ней же ты ходишь в библиотеку. Вот так кладешь. Видите, я ее положила. И сразу мой личный кабинет. Вот написано, что я никаких книг. За мной не числится никаких книг. Долгов за мной нету. Если бы сейчас я брала книжку, ну, например, вот покажу вам. Кстати, золотая хрушка. Вот если я ее положу, то сразу выйдет название книги и выйдет чек. Но я этого делать не буду, потому что я не планирую сегодня брать книги. Ну вот, все. Пока, всем пока.